Два водителя и кондуктор автобуса номер 55 сегодня были уволены. О так называемом пьяном инциденте в общественном транспорте областного центра Первый Ярославский рассказывал еще вчера. Бдительные пассажиры просили нетрезвого водителя остановить машину и покинуть кабину. Разговор записали на видео и прислали нам. Чуть позже водитель и кондуктор попросту сбежали, бросив на дороге автобус с людьми. На место приехали сотрудники ГИБДД. Сегодня предприниматель, хозяин автобуса, был приглашен в мэрию для беседы, а шофер и кондуктор уволены. Взято объяснение самого предпринимателя. Он нам предоставил документы со своей стороны, которые проведены им в рамках служебного расследования, то есть приказ об увольнении на следующем же день. Низкий поклон тем пассажирам, которые проявили такую бдительность, что вызвали сотрудников ГАИ и не допустили никакого происшествия.